Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае продолжает снижаться. Об этом сообщили сегодня в региональном Роспотребнадзоре. За неделю в крае зарегистрировано почти 23 тысячи вновь заболевших. Это на 3 тысячи меньше, чем неделя ранее. Тем не менее, эпидемический порог до сих пор превышен, поэтому в медицинских и образовательных учреждениях сохраняются ограничительные мероприятия. На сегодняшний день на карантин закрыты 5 школ и 3 детских сада. Медики не советуют расслабляться и рекомендуют соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, чтобы не допустить заражения. Меньше всего это надо ходить больным на работу, меньше посещать именно какие-то массовые места скопления людей. Если все-таки вы пошли куда-то, то есть рекомендовано надеть медицинскую маску, чтобы уберечь себя. Кстати, в Роспотребнадзоре добавили, что уже зарегистрировано свыше 200 случаев заражения гриппом. На прошлой неделе стало известно, что в Алтайском крае от гриппа скончался пациент. В этом году вирус гриппа дает много осложнений, говорят медики. По предварительным подсчетам, количество больных пневмонией будет значительно больше, чем год назад. Поэтому при первых признаках болезни нужно немедленно обращаться к врачу.